Привет, друзья, пчеловоды-любители. Московская область, уже начало августа. А у нас, как ни странно, продолжается медосбор. Обычно в это время медосбор у нас в Московской области заканчивается, но здесь вот такая обстановка, что медосбор у нас идет практически полным ходом. Все семьи, которые у нас имеют три корпуса, они довольно-таки в хорошей форме. Мы не прекращали развивать силу семьи в течение лета. Вот мы видим, вот четырехкорпусной у нас корпус. Хорошо летит за взятком. Это у нас двойка вспомогательная. Двойка тоже для усиления основных семей. Вот у нас тройка. Хорошо летает. Это четверка, более мощная семья. Тоже летает хорошо. Это новая семья, двойка. Ей можно давать третий корпус, для того, чтобы она более хорошо взошла в зиму, нарастила свою численность августовской пчелы. Вот еще у нас тройка летает хорошо за взятком. Это у нас молодая семья с молодой маткой. Здесь у нас тройка, тоже довольно мощная семья. Летает хорошо за взятком. Это у нас тоже тройка, летает за взятком. И эта двойка у нас тоже молодая семья, поддерживающая основные семьи расплодом. И тройка еще одна. Вот мы видим. Так, заросло все, пока я на работе был. Надо косить вечером, когда темно будет. То есть процесс идет. Главное быть уверенным, что все-таки взяток по-любому будет. Хотя дата на него конкретно никогда не написана. Вечером здесь хорошо пахнет нектаром, когда они начинают выдувать. И так все нормально. Ждем урожая меда. Спасибо за внимание.